Все пучком. Все клеится. У вас как? У нас уже склеилось. Везет же кому-то, ребят. Что? Везет же кому-то, а? Да вы что? А кому-то нет? Ну да. Кто-то с руками балует. Да? Не шари. В туалете. Серёж, я тогда сегодня вечером к тебе не зайду. Ну блин, как обидно-то, а? Я-то думал... Ну, там разъехала сколько уйдет от тебя, а то надо беспалевно пройти. Окей, окей, я тебя жду сегодня вечерком. Я чуть-чуть на ночь. Ой, ребят, я под кроватью подожду. Я почему, ты можешь с нами лечь? Да ну. О. Да. Так, все, все вышли из конфы, тут взрослые беседы. А чё все молчат, такая тишина? Знаешь, добавлено человек 100, из них половина какие-то школьники, которые молчат. Ну зато нас Ксюша разогрела. Да. Да вы что? Да. Я же думаю, что это главное. Серёж, ты сейчас в Москве? Да-да-да. Да-да-да. Адрес у тебя какой? Давай, запусти её. Глаз, как глаз. Там котик поживает? Кто? Котик. Котик? Киска. Киска. Да киска нормально. Как поживает? Серёжу поглажу за ней. Я поглажу. Не знаю, мне кажется, Серёжа ревнует. Ну типа, его кошка. Это чего? Я его ревную, все, мы с тобой расстаемся, Серёж. Ну и... Как ты посмел? Шлюха! Все, что между нами было... Снял меня на пизду. Скаф! Расстрелять к ебелю. Все, все, я с тобой... Надо! Чё не надо? Я думал, ты сбрасывать хочешь. Нет, я просто потахнулся. Ей с нами веселее, чем с тобой ночью. Делай выводы. Дай в рот. Чего в рот? Ням-ням-ням. Вкусно. Чего? Вот это шутка! Ой, какая шутка! Я сейчас над тобой бы посмеялся, будь со мной тут девушка. Что говоришь? Ксюша, у тебя сестра есть? Да. Да? Да. Да. А сколько ей? 16. Во! Давай поженимся, начинается. А вы ее, наверное, знаете, Кристина. А-а-а!